Ты досмотришь сейчас на Орск, на Оренбург, на Томск, на Курган и не знаешь, во что начинать верить, в Бога, в карму. Блин, вообще. Ну кто-то ж наказывает россиян за их расистов, за их поведение. Или за их тупость. Наверное, тупость просто, да? Так это же еще пожары не начались. Господи, веселый у вас будет годик, расисты. Прямо такие взрывной. В Джанкое сегодня там хорошо все было, правда? Ничего, мы Крым освободим. Я надеюсь, что уже в этом году. В 24-м. И трупики ваши будут плавать не только в Орске, в Томске, блин, но и здесь, под Крымом. Что за вырожденцы? Капец.